Традиционный крестный ход трезвенников состоялся в северной столице. После божественной литургии его участники прошли от храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала до храма святого Андрея Критского. Молитвенное шествие, приуроченное ко дню памяти апостола трезвости царской России священника Воскресенского храма Александра Рождественского. Более 100 человек собралось, чтобы почтить память основателя трезвеннического движения. Но его дело, вот это дело трезвения русского народа, можно как никогда, но нужно сейчас. Вот, и, конечно, может быть, не все, кто участвует, прихожане нашего храма, кто приехал из других храмов нашей епархии, кто прихожанин этого собора, вот храма преподобного мученика Андрея Критского монастырского. Может быть, им лично, вот, может быть, не нужна трезвенническая работа, они и так трезво живут. Но, к сожалению, сказать о том, что она не нужна вообще России, так совершенно нельзя сказать. Вот, только сейчас центр трезвеннической работы, наверное, переместился в Екатеринбург, где Всероссийское общество трезвения имеет свой центр. Вот, и, конечно, наши батюшки, которые занимаются трезвостью, реабилитацией, вот, они тоже ориентируются на вот это общество трезвения с центра в Екатеринбурге. Процессию сопровождали добровольцы епархиального отдела по делам молодежи. Верующие молились мученику Ванифатию, преподобному Сергию Радонежскому, святителю Николаю, преподобному мученику Андрею, святому Александру Невскому, блаженной Ксении Петербургской, праведному Иоанну Кронштадтскому, священномученику философу Арнацкому, преподобному Серафиму Вырицкому. Скоро восстали от падений греховных, и ко спасительному воздержанию приведи их. Крестные ходы объединяют людей, трезвящихся во Христе. Слава Богу, в городе сейчас совершается много крестных ходов. Нормальная форма православной жизни возрождается.